Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я Беззубик и моя лучшая подружка Грангильда. Всем привет, ребята! Хотим с вами, так скажем, посоветоваться. И хочу я вам кое-что сказать. Смотрите, помните вот эту шикарную игрушечку, которую я подарила моей любимой жене Дневной Фурии? Да, я, кстати, не то что была свидетелем, но мне Дневная Фурия потом все рассказала в подробности, так как мы лучшие подружки. А, я упала. Да, и мы с моей женой решили собирать вот таких вот крутых вот, куколок Барби. То есть моя жена помешана на Барби, поэтому теперь мы будем собирать коллекцию таких Барби. Да, и я решила вместе с Беззубиком сделать подарок нашей, подружки Дневной Фурии. Просто у моей подружки случилось такое, как небольшое, ну, не то, что несчастье, но просто она сегодня, когда летала, то она немножечко себе повредила крылышко. Она просто приземлилась неудачно, она повредила крылышко. И поэтому мы решили с Беззубиком ее подбодрить, так как она ходит грустная и хмурая, так как ей пока что нежелательно летать, и она просто ходит. И мы решили ее так подбодрить и купить ей еще киндер-сюрприз один. Да, ребята, и я надеюсь, вам понравится такая как идея, что мы будем дарить иногда вот такие вот киндер-сюрпризы моей любимой жене Дневной Фурии, и она просто будет собирать их. Ей вот эта куколка Барби очень понравилась, поэтому мы решили как бы собирать. Да, причем она очень похожа на мою подружку. Она тоже такая как блондиночка и голубоглазая. Да, но сейчас мы хотим, отвлечь мою жену, чтобы она со мной пошла куда-то гулять, а Грангильда все подготовит и пойдет в магазин и купит киндер-яйцо. Надеюсь, ты знаешь какое? Да, но я надеюсь, что нам попадется вот такая вот куколка. Просто если не попадется, то, наверное, будет плохо. Да ладно, ты же знаешь Дневную Фурию, она не обидится, ей главное хоть что-то. Да, у нее такой характер. Так, ладно, подожди-ка, что? Она идет. Включи камеру, включи, включи. Так, включил. Привет, дорогая. О, привет, Беззубик, как у тебя дела? У меня все хорошо, а тебе как? Ну, так скажем, лучше уже. Можешь летать? Нет, еще не могу до конца. Но, по крайней мере, я очень пытаюсь. Ты какое крыло повредила? Вот это я повредила крыло. Ой, упаду. Ой. Подождите. Лапку, все. И теперь ты будешь просто ходить. Да, теперь мне надо только ходить. Эх, да, печально. Ну ладно, я тогда пойду. Стой, помнишь, я тебе недавно подарила вот такую вот куколку Барби? Ой, это моя самая любимая. Да, спасибо, я помню, на свидании. Да. Я что тебе хотела сказать? Хочешь, с тобой прогуляемся куда-нибудь вокруг этой местности? О, хорошо, давай погуляем. А для чего тут камера? О, ребята, привет. Да я решила снять влог, прогулка по местности. Ау, шикарная идея, я думаю, вам, ребята, это понравится. Тогда пойдем! Пошли, давай я куклу пока что твою уберу. Кстати, ребята, напишите в комментариях. Хотели бы вы, чтобы мы купили какую-нибудь, кстати, как квартирку и место, где бы мы все драконы жили и наши люди? Да, было бы прикольно, потому что мы уже хотим выбрать небольшую такую, как квартирку для нас, драконов и людей. Да, с мягкими диванами и всем подобным. Да, и там будем мы даже жить вместе с Грангильдой. То есть Грангильда, она же как тоже часть нашей семьи. Но она не часть нашей семьи, но она наша самая лучшая подруга, да. И мы всегда будем с ней. Мы никогда не разлучимся. Мы трое лучших друзей, муж и жена, друзья. Ну, я думаю, тебя все поняли, Беззубик. Да, ребята у нас умные. Так, ладно, пойдем тогда погуляем по местности. Ребята, подождите, ну-ка, о, ребята, вы уже здесь, так, значит, Беззубик отвел Дневную Фурию
погулять, а у меня есть шанс купить киндер-яйцо. Точнее, как сказать, купить? Я не знаю, где продаются киндер-яйца. О, блин, я забыла спросить у Камки. Ой, тут я забыла спросить у Астрид. Надо ее позвать. Астрид, где ты? Астрид. А, да, что? О, Крангильда, привет, моя девочка, иди ко мне. Привет, моя сладость. Что ты хотела? Понимаешь, у нас тут такое дело. Мы с Беззубиком хотели сделать сюрприз Дымной Фурии. Ну и какой вы хотели сюрприз? Мы хотели подарить киндер-яйцо. Я думаю, ты же знаешь, где их брать. Можешь подсказать, где я куплю, и мы сделаем ей подарок. А, вы сделаете ей подарок, потому что у нее, ну, как бы, крыло болит, да? Да, потому что у нее крыло болит. Давай, скажи. Ну, смотри. Идешь вон туда. Ага. Что дальше? Вон туда. Значит, потом ты заворачиваешь налево. Ага. И там будет такой небольшой магазинчик. И в этом магазинчике я покупала киндер-яйцо. О, хорошо. Так, я поняла. Все, тогда спасибо, я пошла. Так, будь аккуратнее, моя хорошенькая. Хорошо, я пошла. А я тогда тоже пошла. Надо лететь. Так. Теперь налево. Ой, я еще и с этой камерой летела. Так. Магазин где-то там. Ой, ребята, все включила. Вот он, магазин дракон. Ой, куда не посмотришь, везде Беззубик. Ну, я не такая знаменитая, просто, понимаете, я тоже везде нарисована, просто, понимаете, как бы сказать, Дневная Фурия как бы стала более известной героиней, поэтому везде Беззубик и Дневная Фурия. И, ну, я тоже очень популярная, вы меня тоже можете везде увидеть, я вообще звезда, да, вообще, потому что я Крангильда. Ну, а, ладно, так, надо залететь туда. Так, ребята, все, да, включила? Ага, да. Так, вот я и в магазин. Так, значит, тут есть портфельчик. Ну, у нас вообще очень большой этот магазин дракон. У нас тут все можно купить. Ну, вы не думайте, что как бы я какая-то ненормальная дракон там. То есть, что как бы дракон идет в магазин. Нет, просто все знают, что тут живут драконы, поэтому тут даже как бы к драконам нормально относятся. Так, значит, так. Это портфель нам не надо, книжки нам, ой, это я не люблю. Так, а вот два яйца. Хлебушек. Ну, я думаю, хлеб нам не нужен. Торт нам тоже не нужен. Так, вот есть вот такой вот киндер-сюрприз. И какое-то непонятное яйцо. Ну, ладно. Но я возьму это. Все, полетело. Так, я не могу лететь. Ну, сейчас. О. Я полетела на кассу. Так, все, включил камеру, да. Дневная Фурия, а тебе же очень понравилась вот эта вот кукла Барби? Ну да, ты целый день на них ладишь. Ну, очень, конечно, понравилась. Ну, а ты как думаешь? Ну да, я просто хотела тебе сказать, что мы с Крангильдой в честь того, что... Ну как в честь того? Ну просто из-за того, что ты... Я не опоздала! Короче, подруга, из-за того, что ты... Плохо себя чувствуешь, у тебя будет кровь. Мы решили с Беззубиком тебе купить киндер-яйцо. Сюрприз! Я это хотела немножечко по-другому сказать. Серьезно? Ой, спасибо, Беззубик. Спасибо, подружка. Ну что ж, давайте распаковывать его. Давай. Так, ребята, значит, посмотрим, что мне тут попадется. Здесь вот такая вот, такая как бы нарисована девочка... Ну, Барби с котенком. И написано Барби и другие игрушки, киндер-сюрприз, мне там интересно. Так, давайте открывать. Так, надо эти зубами. Так, раз. Сейчас. Ой, все. Яйцо ухотилось. Так, сейчас разламываю его аккуратно.
Давай, вот так. Ой. Так, о, оранжевая капсула. Интересно, что мне попадется. Если повторка, то я подарю Грангильде. Хорошо. Стой, я сразу к шоколаду падаю. Хорошо. Да что там? Ой. Так, смотрим. О, там кто-то другой. Ух ты! Кто-то! Что ж, ребята, давайте посмотрим. Это в коллекции моих девочек. Так. Так, тут, значит... Ой, что это такое? Я, кажется, поняла, что это такое, ребята. Сейчас. Так, собираем нашу куколку. Кажется, Катя ее не так собирает. Точнее, единой фулей. Что? Блин. Вот так. Все, я правильно собрала, да? Да? Так, теперь мы ставим сюда ножку. Я поняла, что это или нет. Сейчас. Так, ребят, ну, конечно, для кого придумали инструкции. Так, сейчас мы все соберем. И, как я поняла, это даже целый игровой набор, потому что здесь даже вот такие ворота есть. Гильда, мы с тобой будем точно играть. Да, чур, я буду вот этой брюнеточкой. Ну, мне кажется, она брюнетка. Мне кажется, она не совсем брюнетка. Ну, ты будешь ей играть. Да, я люблю таких. Так, сейчас, ребят, тут сказано, что надо сначала согнуть, просто как бы, знаете, просто я так не догадливый человек, что я просто не совсем догадываюсь всегда. Так, о, стоит. Как стоит? О, все, стоит, ура. Так, теперь давайте попробуем поставить вот эту нашу, так скажем, подружку Барби. Я, честно, в Барби сама-то не разбираюсь. О, все, она стоит. Никак я смотрела, там просто так вот как-то надо делать, вот просто вот сюда вот ее ногу вот так, пшик, и куда попадет, 15, 10 или в 5. Ух ты, интересно. Да, крутая. Ой, девочки, я в этом не разбираюсь, но, наверное, прикольно. Подождите, это что? Это футболистка? Давайте посмотрим. Да, это футболистка. А, ну тогда, конечно, я люблю, я футбол-то обожаю. Я люблю футбол овсами. Ну да, это наш любимый футбол, когда одна команда гоняет одну овцу. То есть один дракон гоняет одну овцу и другие драконы. Ну это же так интересно. Я прям понимаю смысл этой игры. Ладно, ребята, давайте съедим. Так, мы из Беззубика напополам эту, а это Грангильде, потому что я худеющий дракон. Поэтому я съем половинку, а то есть даже, наверное, меньше половинки, а остальное съест Беззубик. Хорошо. А я тогда и это съем. Хорошо, давайте есть. Ням-н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 ям. Ребят, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. Конечно же, нажмите колокольчик, чтобы обязательно узнать, когда выйдет следующее наше видео. Точнее, наши влоги, интересные всякие истории про нас. И я вам покажу, вот сколько у меня уже Барби. У меня целых 2. Но я надеюсь, Беззубик мне что-то еще купит. Конечно, я тебе куплю. Да, конечно. Ну, вы поняли. И если вам понравилось... Ой, Грангильда-то как-то упала. Извините, просто не устояла перед такой красотой. Мы с тобой обязательно потом поиграем. Хорошо. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Пока. Жми на пол.